Всем привет! Продолжаем рубрику «Решаем до автоматизма». Сегодня у нас тема медиана. Что вообще такое медиана? Кто-нибудь помнит? Те, кто помнит, ставьте на паузу и пишите в комментарии, что такое медиана. Я специально даю время, чтобы вы уже написали. Те, кто написал, молодцы. А те, кто не написал, слушают меня внимательно и пишут в тетрадочку по геометрии вместе со мной. Медиана. Кстати, не так важно, что это такое, важно, что она делает. Медиана – это луч, который делит кое-что пополам. Как думаете, углы или стороны? У нас все фигуры состоят из углов и сторон. Стороны, правильно. Делит стороны пополам. Медиана делит стороны пополам. Вот что самое важное. Делит стороны пополам. Три важных слова. Медиана делит стороны пополам. Неважно, медиана чего. В данном случае у нас будут медианы треугольника. Ну, я надеюсь, все знают, что значит поделить напополам. Например, вот такой вот у нас треугольник. А, Б, К. И точка Л, Д. Это медиана. Медиана делит стороны пополам. Вспоминаем, что если мы обозначаем отрезки равным количеством черточек, то эти отрезки равны, да? То есть точка L в данном случае – середина. Середина BK. Точка L – середина. Потому что AL – медиана, значит точка L делит на две равные части BK. То есть BL равно KL равно BK поделить на 2. Да? Пополам. Всю сторону делим пополам, находим половинку. Давайте порешаем. В треугольнике ABC известно, что AC 16, BM медиана, BM 12, найдите AM. Чертим. В треугольнике ABC. A, B, C. Еще раз давайте скажем, что такое медиана. Медиана делит стороны пополам. Да? Начертили нашу медиану. Медиану, которая делит стороны пополам. Медиана называется BM. Значит, точка M делит стороны пополам. И подписываем AC 16, BM 12. Найти AM. Так как точка M делит стороны пополам, да, ведь медиана делит стороны пополам, отмечаем сразу равные отрезки, чтобы нам было понятнее, чтобы чертеж нам помогал. Медиана делит стороны пополам. Итак, найти АМ. Вот эту штучку нам надо найти. Нам известно, что вся АС 16, точка М, медиана, да? Принадлежит медиане, значит, делит стороны пополам. Как же найти АМ? Да просто взять и поделить пополам. АМ равно 8. И МС тоже 8, потому что медиана делит стороны пополам. Всем понятно? Медиана делит стороны пополам. Так, продолжаем. Треугольник АБС. Медиана БМ. Медиана делит стороны пополам. Сразу же отмечаем. АС 58. БМ 37. Найти АМ. Точка М делит сторону АС напополам. Значит, АМ равно МС. Согласны? АМ равно МС.
А чтобы найти две равные части, надо просто 58 поделить напополам. Ведь медиана делит стороны пополам. 29. Смотрите, в этой задаче есть кое-что лишнее. И в предыдущей тоже 12 было лишним. Они специально хотят нас запутать. Следующая задача. Треугольник ABC. Опять медиана. А давайте медиану в другую сторону начертим. Медианы же всякие бывают. Так, тут у нас М. Тут у нас Б. Тут у нас А. С. АС 32. БМ 23. Смотрите, снова лишняя деталь. Она нам вообще не нужна. Вот это медиана. Медиана делит сторону пополам, значит, точка М это середина. Как найти половинку? Поделить на 2. 32 делим на 2, 16. Половинка МС и МА тоже 16. Мы продолжаем с вами разбирать 16 задание. И вот эта задача, она тоже связана с медианами. Давайте вообще разберемся. Треугольники ABC, BM медиана. BH высота. Известно, что AC 216, AC 216, HC 54, угол ACB 40, найдите угол AMB. Итак. Давайте оформим чертеж. Чертеж у нас вообще не оформлен. Треугольники ABC, BM, медиана. Значит, точка М, середина стороны AC. Значит, AM равно MC. BH, высота. Высота, хорошо, там 90 градусов. Известно, что AC 216. AC 216. Значит, АМ и МС это 216 поделить на 2. Это 108. Да, АМ 108 и МС 108. HC 54. Ага, HC 54. Значит, внимательно смотрите, что мы можем найти. АМ знаем, МС знаем, HC знаем. HM не знаем, да ведь? HM, чтобы найти HM, нужно 108 минус 54. Получим 54. Удивительно? То есть, точка H является медианой. То есть, BH является высотой и медианой. А в каком треугольнике один и тот же отрезок является высотой и медианой? В равнобедренном. Треугольники. Давайте вместе запишем. Биссектриса является высотой и медианой. В равнобедренном треугольнике биссектриса является высотой и медианой. А в данном случае высота является медианой и биссектрисой. Медиана что делает? Делит стороны пополам. То есть тут у нас обратная такая задача, да? Там угол АСБ 40. АСБ 40. Сейчас его отмечу. Вот этот угол АСБ 40. Найдите угол АМБ. Итак, посмотрите на треугольник МБС. Он какой? Равнобедренный, а значит угол С в этом треугольнике равен углу М. А если вынести чертеж, вот такой чертеж мы вынесем, тут у нас А, тут у нас М, H, B. Тут у нас 40,
Это какие углы? АМБ и БМH. Это смежные, правильно. А сумма смежных углов равна 180. И получается, чтобы найти угол АМБ, надо из 180 вычесть 40. Но вот эта задачка уже в несколько действий, она посложнее. Но ничего, тренируемся. Тренировки. Да? У нас сегодня была медиана. Медиана, давайте еще раз повторим, делит стороны пополам. В описании к видео будет домашнее задание. Жду ваши скрины в комментарии. Буду безумно рада, если вы все сделаете правильно. Надеюсь, вы все поняли. Еще раз, медиана делит стороны пополам. Подписывайтесь. Ставьте лайки, пишите, что вам непонятно, или пишите, что вам все понятно, мне будет тоже приятно, что вам понравилось, что не понравилось, и чего хотите от меня. Ну все. Сегодня была медиана. Медиана делит стороны пополам.